последние дни ноября ожидается относительно теплая погода, а вот с начала декабря нас ждет похолодание, прогнозируют синоптики Яндекс.Погоды. Во вторник минус 4 градуса, юго-восточный ветер 2 метра в секунду и небольшой снег. В среду днем минус 5, а вечером уже холоднее, минус 9 градусов Цельсия. Осадки в виде небольшого снега сохранятся до четверга. Температура воздуха в последний день ноября минус 8 градусов, южный ветер до 3 метров в секунду. Декабрь встретит нас уже сухим, холодным северо-западным ветром, который сохранится до конца недели. В пятницу минус 12, пасмурно, без осадков. В четверг минус 14 днем и минус 20 градусов вечером, снег. А в воскресенье вечером уже минус 26 градусов. Потоки ветра до 3 метров в секунду, небольшой снег. К воскресенью световой день уменьшится еще на 35 минут и достигнет 4 часов 50 минут. И помните, неважно, какой дует ветер, если это ветер ваших счастливых перемен. Не стройте стены, оставьте паруса.